Друзья, в продаже у нас появилась Kia Carnes 2006 года на бензиновом двигателе объемом 2 литра, 145 лошадиных сил. Автомобиль на автомате, на переднем приводе. Имеет оригинальный ПТС, всего два владельца. Авто без ДТП, полностью в заводском окрасе. В очень хорошем состоянии, как технически, так и косметически. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, климат-контроль, кондиционер, подогревы передних кресел, мультимедиа, тканевый салон в очень хорошем состоянии. Кнопка открытия лючка бензобака. Сзади у нас электростеклоподъемники, дефлектор подачи воздуха. Также на автомобиле имеются парктроники. Противотуманные фары. Автомобиль в очень хорошем состоянии, без ДТП, в заводском окрасе, с оригиналом ПТС, всего два владельца.